Итак, доброго времени суток всем, уважаемые зрители. Время 7:30 утра, 25 минут. В общем, короче, собрались, мы едем сейчас, не знаю, докуда доедем, может до Савгавани, может до Ванины, ну, в общем, в ту сторону, там природа обалденная. Так что не переключайтесь, не выключайте, смотрите до конца, не забывайте лайки, колокольчики, все эти прибамбасы, как-то так. Ну вот мы выехали за город, уже подъехали к повороту на Селихино. Хабаровск 342 километра, но нам Хабаровск не нужен. Фышки. Наши любимые, где мы чебуреки кушаем. Сделают ее же трассу недавно сделали. Построят. Там уже заасфальтировали. Это вот здесь тогда медведица на машины кидалась. Не здесь, на реке Парин, там ближе к Хабаровску. Маленько вылез. А тут подъем, видишь, как подъем. Ага. И поворот.
Там спуск, что ли? Подъем. Зачем? Да хватит нам. Хабаровск, Ванино, паромная переправа. Хабаровской трассы мы уехали с вами. С Богом в путь. Ну вот, друзья, добрались мы до красивых мест. А дальше еще красивее будет. Сейчас скоро будет речка справа, горная. Как Богдасур? Богбасур. Еще не сейчас. Смотрите, какая красота. Вот здесь есть аварийные средства. Если хочешь, можем съехать. Смотри, какая красота. Километров 250 мы уже от города отъехали. Да? Побольше. Смотри, Сережа, сколько угодно. Ага. Вы же вот так и здесь. Ну, а что?
Соленая вода. А воздух какой. Вот, друзья, Бог-Басу, горная речка. Смотрите, какая огромная. Тут стопудово и таймени, да все, что хочешь, тут есть. Смотрите, какая. А с другой стороны, вон, видите, какие... Скалы такие, посмотри, Сережа. Но, смотрите, какие скалы. Вот где настоящая тайга. Где ее величие. Зайди туда вовнутрь, в эту тайгу. Да дело даже не в комарах. Попробуй там выжить. Смотрите, какая красота. Проезжаю. Сопки какие. Да, вот он этот знак. 7000 метров. 7 километров. Вон, видишь, обвал. И был. Хотя тут сетки натянуты. Уже нету натянутых. А вот натянуты. Сейчас змею недавно чуть не задавили. Такая здоровенная, не знаю кто, гадюка, наверное, была. Черная. А откуда у нас тут? У нас кобры не будет. Нет. Кобры у нас не будет. Это работники. Спасибо. Что? Ну он махал, проезжает. Дальше, смотри, солнышко прямо. Красота. Мы едем к солнцу, Сережа. Как я люблю путешествовать. Всю жизнь бы путешествовала. Зачем нам это за границей, когда тут, посмотри, какая красота.
рядом под носом. Да, Сереж? Смотрите, друзья, скала, а сейчас ее не видно из-за леса. Да ладно, бог с тобой. А это кто такие, рыбаки, что ли, или что? Не знаю, наверное. А что они все в одном месте? Видать, у них тут парковка. Вон она. Да ее из-за леса не видно. Вон. Прибрежная защитная зона. Смотри, а съездов нет у них к воде. Ну да, видишь, они машины где побросали. Вот здесь можно же остановиться? Где? Ну вот здесь прям. А я не знаю. Да спокойно я... можно. Серёж, здесь сплошная линия. Ну где? Вот она. Ну, сейчас же не сплошная. Ну ладно так.